Канобу.ру представляет. Здравствуйте, дорогие зрители! Недавняя новость о прекращении разработки Mirror's Edge 2 вызвала такую бурю возмущений, что даже наш монтажер не остался в стороне. И чтобы отвлечь вас от неприятных мыслей по этому поводу, мы постараемся рассказать о самых радостных новостях, ведь в игровом мире столько интересного. Но начнем, как обычно, со скандалов и интриг. Помните ли вы студию Bizarre Creations, которая подарила нам сериал Project Gotham Racing, боевичок The Club и аркадную гонку Blur? Если нет, то не страшно, все равно компанию закрывают. Издательство Activision с ноября прошлого года искало для этого подразделения нового владельца, да так и не нашло. Надеемся, что у сотрудников было достаточно времени, чтобы подыскать другую работу. А теперь о хорошем. Фелиция Дэй, звезда онлайнового сериала The Guild, собирается принять участие в новом видеопроекте, посвященном Dragon Age 2. Девушка не только играет главную роль, но и работает над сценарием. В 6 коротких эпизодах нам расскажут о похождениях эльфийки-ассасина по имени Тарис, которая преследует одного колдуна. Фелиция прекрасно знает, какого качества обычно бывают киноадаптации известных хитов, поэтому будет очень стараться сделать из этого сериала конфетку. Тим Шафер – разносторонний человек, известный по играм Full Throttle, Grim Fandango, Психонавты и Brutal Legend. А теперь его копилка пополнится еще и проектом по лицензии улицы Сезам, специально для Kinect. Вот вам и устройство для настоящих суровых игроков. Спой песенку всем друзьям! Пусть выдающихся женщин в игровой индустрии и немного, зато их вклад трудно не заметить. Сегодня день рождения празднует Роберта Уильямс. Именно ей мы обязаны появлением чудесного сериала King Quest и немного жутковатой фантасмагории. А на Канобу в это время произошел настоящий прорыв конкурсов. Элеонер подвел итоги очередной битвы сообществ. 1С Soft Club открыли конкурс по гонке Test Drive Unlimited 2. Первые 200 ключей для бета-тестирования Dark Spore разошлись почти мгновенно. А мультик под шумок сравнил Vegas настоящий и постъядерный. Что бы ни случилось, никогда не сдавайтесь. Вчерашние страхи на утро вполне могут развеяться. Вспомнить хотя бы тот случай с Crysis 2. Пока вы ждете официального выхода игры, вместо баловства с торрентами, посмотрите лучше интервью с дизайнером этого проекта. А с вами был Александр Глаголев. До завтра.